Ну что же, привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить Кастельвания Хроники. Последний этап. И нас ждет битва с самим Дракулой. Так, прекрасно обставленный замок. И, увы, доспехи против нас. Так, против данных арбалетчиков аккуратно между выстрелами пробираемся. Двое уже подряд. Благо хлыст у нас длинный. Так, ну, пока хорошо, продвигаемся. Да, удобно здесь данные препятствия были сделаны. Рыцарь в них и уткнулся. Так, теперь нам наверх, наверное. Как-то быстро выскочил. Даже не успел среагировать. Да, топор нам поможет, уничтожив рыцарей, которые наверху расположены. И надеюсь, они не респавнятся. Но зато другая броня оживает. Так, ну здесь уже проще. Какая-то молебня. И здесь ничего интересного нету. Да, спрятанная заброшенная комнатка. Судя по тому, как стены обветшали. Вот это мне уже не нравится. Еще огненные рыцари. Так, аккуратно. Быстрее убегаем. Так, я чувствую, здесь будет что-то наподобие падающего моста и летучей мышки. А нет. Уровень повторяет уровень из самой первой части. Даже расположение монстров кажется такой же. Как я это не заметил. Так, быстрее продвигаемся. И отлично, эту часть мы прошли. Этапа. Так, служанка на нас накинется. Тоже, наверное, вампир. Служанки-ниндзя. Да это уже каким-то аниме попахивает.
Да, особенно с ножами. Да, вот вторая форма мне не очень понравилась. Чувствую, нам еще эта проблема доставит впереди. Но продолжаем движение. Да что такое? Бельмонт. Прыгай нормально. Так она не вернется? Так не зря я взял бумеранг. Очень хорошо помогает. Все, служанки все закончились. И мы приближаемся к Дракуле. Какая большая луна. Приветствую, Драк. Сразись с нами. Ну, техника убиения такая же, как и в первой части. Бить по голове, уворачиваться от тех огней, которым выпускает из плаща. Так, ну, пол жизни мы ему уже сбили. Какое недовольное лицо-то было, когда мы по нему плеснули. По другим частям. Так, и осталось два удара. И последний. Так, интересно, какая теперь вторая форма будет? Так, ну здесь, да, быстрее сбить у нее много жизни, пока он, да, не начнет подпрыгивать и стреляться у нас. Чтобы он нас не зажал в углу. Так, быстрее. Отлично. Дракула повержен. Кастельвания Хроники пройдено. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.